роллеры, начинающие и опытные. Все, что вы сейчас увидите, для вас. Спортландия представляет инструкция по роликам. Решено. Вы покупаете первые в жизни ролики. Какая фирма лучше, спросите вы? Два ботинка, четыре колеса в каждом. Разница есть, и она очень существенная. А почему бы все-таки не купить на рынке недорогие цветастые ролики? Ведь сначала нужно попробовать покататься, а если понравится, покупать что-то посерьезнее, подороже, правда? Ты все-таки купил дешевое, гремящее, скрипящее, неудобно сидящее на ноге ролики, знай, удовольствие от катания ты не получишь. Нужно выбирать классные ролики.